Сегодня 3 июня, а озимая пшеница Льговская 4. Это у нас самый, можно сказать, последний срок, максимальная норма высева 6 миллионов. И это норма высева 2 миллиона. Но раннего срока. Так пшеница выглядит внутри, неплохо себя чувствует. Раскустилась, и не скажешь, что здесь 2 миллиона. Но самое такое, как бы, с одной стороны печальное, с другой стороны, как бы показывает. У нас был ураган, ветер, дожди, и все, что выше 2 миллионов, это 3 миллиона, 4, это 3 миллиона легло. 4, 5. 5 вообще сплошную, 6 то же самое миллионов у нас посев как бы лег. Два миллиона среднего срока держится, 3 миллиона среднего срока, ну, начали падать. 4 миллиона еще как-то, ну что-то тоже. А 5 и 6 уже лежат. То есть такая же картина, как и на раннем сроке сева. Ну понятно, что поздний срок сева, он весь как бы удержался. Потому что это посев и невысокий, и слаборазвитый. А он еще как бы продувается. Это максимальный фон. Максимальный фон. Он в целом-то и сделан на то, чтобы, ну, как бы, с оглядкой на то, чтобы посмотреть, насколько пшеница выдержит. Это средний фон. Это норма среднего срока 6 миллионов. Есть пятна 5 миллионов. Средний фон. 4. 4 держится. 3. 2 миллиона среднего фона Льговской 4. 5 это ранний, это уже средний фон раннего сева 6 миллионов. 5 посев лег. 4, то есть мог бы и удержаться, но ветер все же был сильный. 3 миллиона, есть кое-какие пятна, но в то же время можно сказать, что и нет. Ну и 2 миллиона, естественно, как и в этом случае, на максимальном фоне удержались. А это 6 миллионов последнего срока, позднего срока сева. Ну и понятно, что практически никаких проявлений нет на... Или есть, но они не ярко выражены. На фоне без удобрений. Хотя здесь понятно, что хороший предшественник. Но ни по одному сроку, ни по одной норме можно сказать, что нет полегания. Вот такой вот быстрый обзор. Сейчас уже у нас... часов, наверное, 9 почти. 3 июня. Льговская, сорт Льговская 4. Различные нормы.